Как зовут? Юля. Раскатал. Очень приятно. Меня Дмитрий. Значит, смотри, Юля. Раз готова, собралась и очень хочешь заработать 2000 рублей, слушай меня внимательно. Значит, смотри, по ходу проведения нашего такого, скажем так, мини-экзамена, да, вот, то есть по ходу нашего движения, я буду давать тебе какие-либо задания или задавать вопросы, тут уже на мое усмотрение, да? Если для тебя вопрос будет непонятен, равно так же, как и задание, можешь смело меня переспросить, я либо уточню, либо что-то там дополню. Понятно, да? Двигаться во время проведения нашего экзамена мы будем так, как удобно и комфортно тебе. Но с соблюдением всех правил дорожного движения. То есть, в смысле, по маршруту, который мне удобно, или как, я не понимаю? Зачем? Не, я тебе буду говорить, куда ехать. А, да? Я имею в виду, чтобы тебя там не напрягало наше тут присутствие. Вот. То есть двигаемся как? Водилки есть? Да. Вот. Вот как в жизни ездишь, так и едем. Только меня внимательно слушай. Все буду говорить. Готово? Да. Начинаем. Так, жизнь. Подождите. По экзамену вот мы начинаем 14.05, грубо говоря. Кстати, да, сколько ездим? 20 минут? 20 минут. И насчитаем, если у тебя за эти 20 минут будут ошибки, даже если мы, то есть ты что-то нарушишь, мы все равно дальше катаемся и посчитаем, сколько будет ошибок. Надеюсь, у тебя их будет очень-очень мало, а может и не будет. Ну, если готово, все. Сложно.
Слушайте, ну что я нам крючком сделаю? Да ты не заморачивайся, ты езжай пока, езжай. Мы тебе баллы в конце озвучим.
Я не доехала, вот. Конечно. Ну мы не успели, вот не сказали то, что... Нет, подожди, не торопись. Я тебе объясню, почему я тебе задал этот вопрос. Вот я когда сразу тебе сказал, место для остановки выбираем, останавливаемся, да? Угу. Думаешь, а что ты там не остановился? Ну, приехали первый знак, а потом второй. Мы когда приезжали, приехали первый, а потом второй. Первый знак у нас откуда там действовал? По-моему, он переждал 10 после остановки. А в чем там проблема была остановиться? Можно было спокойно включить правый поворотник за остановочкой, прижаться, да, к борту. И все. Едем дальше, молчу. Слушал зубы. Это, знаете, где подгнать накатало, да? Где? Так за регулировку перекрашиваем.
зеленый ехала, это все считается, что типа капец. Что на зеленый? Ну я на зеленый цвет заехала за линию, потому что я не поместилась туда. Да ты вроде не заехала за застопление. Если ты заехала, я тебе недели через... Через сколько штрафа приходит? Это дней, через 10-20. Через 10 дней я тебе скажу, заехала ты или нет. Здесь просто стоит камера на стоплении. Да, ладно, заехала. Там останавливаться нельзя. Ну а чё ж ты остановилась?
Тебя же спросили, можно, ты говоришь, можно. Я думала, что это все стресс. Да ладно, какой стресс, у меня водитель, что у нас на вещи нормально. Честно сказать. Едешь, да едешь, просто нужно быть более внимательным. Попросила тебя выбрать место за регулируемым перекрестком и развернуться, ты вот откатывалась в полосу для поворота налево, пересекла сплошную линию разметки 1-1. Там, если прям у тебя есть такой большой интерес, я думаю, Андрей тебе может скинуть. Это прям очень хорошо было видно. Ну и третье, сороковник. Превысили допустимую скорость движения. Вот на экзамене за все эти нарушения инспектора у нас ставят 5 баллов. То есть оценка не сдал.